Xiaomi представила проточный фильтр MIGIQ 1000G, способный не только очищать воду, но и нагревать ее до 95 градусов всего за одну минуту. Он встраивается в водопровод и отфильтровывает до 99,9% мышьяка и свинца, до 99,8% тетрахлорметана, а также очищает воду от других тяжелых металлов, ржавчины и бактерий. Этот результат достигается с помощью мембраны обратного осмоса и шестикомпонентного фильтра тонкой очистки. Ресурс мембраны обратного осмоса обеспечивает до 12 тысяч литров, а фильтр тонкой очистки до 20 тысяч литров. С контролем через мобильное приложение Xiaomi вы можете отследить оставшийся ресурс фильтров и настроить температуру воды с точностью до 1 градуса в диапазоне от плюс 40 до плюс 95 градусов по Цельсию. Температура отображается в экране на корпусе прибора. Заявленная скорость фильтрации до 2,65 литра в минуту, а производительность в режиме нагрева 1 литр в минуту. Цена Xiaomi MIGIQ 1000G в Китае составляет $464.